Всем привет! Сегодня у нас очередная мега распаковка. Вот такое вот большое количество посылочек у нас. Давайте распакуем и посмотрим все. Все они из разных магазинов. Здесь и AliExpress, и, наверное, Games, и GearBest. В общем, посмотрим давайте. Итак, вот распаковали все товары. Давайте посмотрим на, и отложим то, что у нас уже было в наших распаковках. Это вот такие вот наушники. Наушники Xiaomi. Мы их уже неоднократно обозревали. Продаются, я их покупал на GearBest. То есть уже, ну, я думаю, что смысла их рассматривать нету, потому что они уже много раз были. Далее у нас вот такой вот фонарик. Фонарик Batman. Опять же, распаковывать нет его смысла, потому что он у нас уже был много раз. Вот, далее, давайте посмотрим вот планшет. Планшет у нас был, ну давайте мы его распакуем уже. И проверим, как он целенький. Так, вот пятно было, полоска такая, но она должна очиститься. То есть нажали, и все очистилось. Вот, теперь можно что-нибудь нарисовать. Вот. Ну, в общем, все отлично. Планшетик целый, прикольный. Уже два я покупал. Один себе, один жене. Это один ребенку. Ребенку покупался 4, на 4 дюйма покупался. Теперь купил еще 8-дюймовый побольше. То есть самый первый, который был, покупал, и я купил 4-дюймовый, и потом уже купил себе с женой вот такие вот большие. Далее вот такая вот штука, это, по-моему, Games магазин или Rose Gal, может, ну что-то из такого. В коробочке вот такая вот красивая коробка, не примялась, углы все целые, то есть можно смело брать на подарок. И внутри у нас вот такие вот блоки. Вот такие блоки. И инструкция, как его складывать. Распаковывать я сейчас его не буду, потому что, ну, видно все, что качественные, маленькие детальки. Я их просто, чтобы не потерять, просто не буду распаковывать. Вот. Чтобы не рассыпалось. Покупал же не себе, а ребенку. Поэтому вот такой прикол. Мне он нравится. Далее кепка. Кепку, ну не знаю я, зачем я ее покупал. Она должна быть с подсветкой. Давайте смотреть. Тоже, по-моему, Games магазин. И почему не включаешься? Кнопка вот здесь, press here. Но почему-то он не включается. Наверное, где-то что-то еще нужно включить, нет? Вот так выглядит кнопочка press here, но вот здесь у нас идет справа вот такая вот штука, и, наверное, ага, и в ней переключатель on off. Вот, включилось, выключили. Давайте еще раз покажу. Вот здесь такой вот кармашек, резиночка, в нее вставляется такая вот штука. Ее я даже не почувствовал, когда одевал кепку, то есть она прячется вот так, и она переключается здесь on-off. Ну и после этого мы одеваем, и подсветочка. Причем светит неплохо, и можно смело поменять розетку, допустим. Я недавно делал розетки, и у меня была как раз проблема в том, что держать фонарик неудобно, поэтому и светит аж до стены, до второго. Давайте отключим свет. Повыключал свет, то есть смотрите, отлично светит. Класс, вообще, ну, отлично, можно смело пользоваться. Кепка мне очень нравится, буду пользоваться ею. Особенно если, допустим, нужно розетку поменять там или что-нибудь с электрикой полезть куда-то. Просто бомба.
Вот, ну, конечно, проще купить фонарик налобный, но если вы часто этим занимаетесь, и это будет эффективней купить фонарик налобный. Но для моих целей достаточно будет и кепки. Причем, я думаю, наверное, стильно выглядит, наверное, посмотреть на себя. Посмотрел на себя, кепка напоминает полицейских. Кепки полицейских не хватает только значка, а так вообще она выглядит точно так же. Вот, ну, только у них, наверное, нету такой врезки. Причем она, это обычная кепка, которую вручную врезали вот эти вот диоды. И вот такая вот здесь штука. Она, интересно, открывается. Ага, и открывается она. В общем, две батарейки 2032. Пытается раскрывать не буду, потому что я не знаю, как вот это вот открыть. Она здесь защелкнута, боюсь сломать, чтобы не сломать. То есть, если уже понадобится, тогда батарейки менять, тогда уже и полезу. Вот, кепка классная, мне понравилась, давайте откладывать ее. Дальше. Дальше у нас вот такая вот штука, она реагирует на погоду. Это якобы... Покупал я с AliExpress ее. Вот, сейчас она такая, как морозец. И летом она должна быть, если погода хорошая, никакого шторма не будет. Давайте посмотрим. Вот, она сейчас как бы мутноватая такая. Вот, внутри у нее как бы кристаллы, образуются кристаллики такие. И если она, погода плохая, она сразу кристаллизируется сильно. Сейчас погода не очень, то есть она жидковата, но погода такая, средней паршивости, я бы сказал. Вот, ну и когда будет тепло, жарко, она будет полностью прозрачна, просто жидкость здесь. Вот, и типа якобы можно по этой штучке определять текущую погоду за окном. Можно поставить на окне, допустим, на кухне, и перед градусником, и перед термометром, и понимать, какая погода нас ждет. Стеклянная прикольная такая штука. Вот, есть с подставками, есть разного размера, есть груши, яблочки. Ну, я вот такой вот выбрал, меня просто заинтересовало. И если у меня получится, да, там зафиксировать до выпуска, зафиксировать изменения какие-то, я, конечно, выложу фотографиями. Откладываем. Далее давайте посмотрим батареи. Батареи уже были буквально, ну, не знаю, неделю назад была распаковка их. Вот, мы их замерили, 3000 мАч у них есть. Что у них тут написано, я не помню. В общем, мы, по-моему, две батареи замеряли, и было 2900 и 3000. Поэтому куплено было еще, друг попросил, ему нужны были тоже. И мы заказали для друга коробочку. Они пришли, быстро пришли, причем где-то дней 14. KingDian, вот это такой вот 250-гигабайтный SSD диск. Давайте его, где я нож сел, откроем, посмотрим на него. Прежде чем покупать, я посмотрел много обзоров. И я так понял, что лет 5 он точно должен проработать. С ним такая история случилась. Я его купил за 69,99, по-моему, или 60... Да, ну $69. И буквально через неделю, 28 марта, они продавались на AliExpress по $56. То есть на $13 дешевле. Вот так он выглядит. То есть идет коробка. Приветственный, как бы письмо приветственное, типа поставьте нам 5 баллов от продавца AliExpress. И все, и больше ничего нету, инструкции здесь тоже нету. Вот в таком пластике, в такой красивый. И у него срезаны края, очень интересно, давайте посмотрим. Очень стильно, видите, грань, вот одна грань по кругу, она как бы срезана. И очень стильно, красиво получается. Такой же легкий, как Samsung. Маркировочка S280-240 гигабайт. Все сделано красиво, качественно. Установлю это. Я как бы его взял на замену себе в моноблок. На замену винчестера, который установлен. У меня там, если помните, я снимал обзор. Устанавливал обычный винчестер на 250 гигабайт. Обычный HDD. Вот. И... купил поменять, и, конечно, очень жалею, что
поторопился и купил по акции, получается, в Gearbest'е, а в Алиэкспрессе было на $13 дешевле. То есть, ну, ничего, и такое у нас бывает, вот, прогоны. Дальше вот такая вот штучка, вот, это... Я не знаю, спонжики, не спонжики, жена просила заказать. Я так понимаю, для нанесения макияжа вот такие вот штучки. То есть мягенькие такие вот. Я не буду их сильно теребить. Вот так вот посмотрите. Вот. Получается их... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штучек в упаковочке. Купил вот эти и еще одни упаковки. Я так понял, что они довольно-таки дорого стоят у нас. Получается, я не помню цену на них, будет в описании ссылка. Но получается, что у нас там чуть ли не одна такая штучка уходит там чуть ли не $2. То есть, ну, что-то такое мне озвучивали. Поэтому было куплено в Китае для нанесения макияжа. Ну, на пробу, а там уже посмотрим. То есть, ну, как по мне, они какие-то маловатые. Ну, я не знаю, то есть, девочки разберутся, наверное, лучше, чем я. Далее у нас осталось всего две штучки. Это пульт универсальный. Универсальный пульт покупался для отца. У него Т2 и телевизор, и у обоих пультов что-то произошло. То есть они перестали нажиматься. Ну, я залез внутрь посмотреть, что же там. А там, получается, вот эти вот пяточки, которые из графита или я не знаю, из чего они сделаны. То есть они как бы стерты. И мы пытались там восстановить, фольгу добавляли, еще что-то колхозили. В итоге на Кафагу, да, на Кафагу я его заказал. Ссылка будет тоже в описании. Ну и посмотрим, то есть настроим ему, подключим. Здесь есть три режима: TV, ДВБ и, получается, Hi-Fi, то есть DVD. Единственное, вот инструкция будем, я не знаю, как это делать, как настраивать, вот инструкция, попробую, как настрою, попробую дозаписать о том, что как делается. Вот так выглядит пульт, недорого он стоил. Очень хорошо. Почему на Кафагу я купил, я не знаю, потому что, ну, на Алиэкспрессе их очень много есть. В общем, вот здесь была наклеечка, вот такая вот, Made in China, и мы ее обдираем и видим название фирмы. Зачем так сделано, я не знаю. Как оказалось, настроить очень просто, то есть, допустим, мы хотим сейчас настроить телевизор, я взял телевизор. Единственный нюанс, если у вас такой вот уничтоженный пульт, то может не получиться, потому что некоторые кнопки на пульте не работают. Вот, ну, в любом случае, нажимаем и держим, пока не загорится лампочка. Загорелась лампочка, значит, мы перешли в режим обучения. И, допустим, мы теперь хотим научить эту кнопку. Нажимаем на нее, замигала, все, она готова принимать сигнал. И нажимаем на эту кнопку на пульте, который наш. Все, мы обучились, теперь мы нажимаем вот эту кнопку. Все, оно сохранило, и наша вот эта вот кнопочка теперь уже умеет это делать. Дальше нам нужно обучить, допустим, SAT. Нажимаем SAT. Загорелась красная лампочка. Все, теперь мы можем пользоваться этой кнопкой. Ну и переключать потом вот так. То есть DVD, SAT, это три пульта можно запрограммировать, я так понял. Все очень просто. Настраивается, допустим, давайте еще раз покажу. То есть для того, чтобы не обязательно там выходить и TV нажимать. То есть вот, включили режим настройки TV. Нажимаем вот эту вот кнопку мы хотим настроить. И вот это она здесь. Все, нажимаем ее. Вот, замигало. Все, нажимаем верхнюю в другом. Помигало, значит, настроилось. Давайте дальше. Эту. Это. И так далее. И, ну, в общем, очень просто, все очень отлично, все работает. Я очень доволен пультом. Ну, теперь папины все пульты я в один превращу, и все, и он сможет одним пользоваться. Вот, и последнее, что у нас есть, это вот такая вот коробочка, это игра, стульчики, и их надо, балансирующие стульчики, или как-то так, то есть, вот так вот, такие вот стулья, больше ничего у нас, больше ничего, вот такие вот стулья.
давайте посмотрим. То есть по логике вещей мы ставим один стульчик, на него ставим другой стульчик. Вот, допустим, вот так. Нет, не получается у меня. Ну, допустим, вот так. И нужно ставить стульчики, чтобы они балансировали. Вот. И... ну, что-то получается вроде. А, опять все рухнуло. В общем, игра вот такая вот прикольная. Я думаю, детям понравится. Стульчики балансирующие. Игра интересная. Что у нас здесь? 3 плюс года. То есть для детей старше 3 лет балансирующие стульчики. Давайте мы их поставим так в ряд. Все на ножки. Табуреточки. Такие, нет, не табуреточки, стульчики. Табуреточки без спинки. Вот, и посчитаем. Получается по 4 разного цвета. 4 синеньких. А, нет, не по 4. Получается... Нет, по 5. По 5. По 4 красного и синего. И оранжевого 5. И зеленого тоже 5. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!